Вова приморский зритель еще не видел. Владивосток впервые встречает фестиваль французской анимации. Так хорошо знакомы с кинематографом этой страны, ведь уже много лет в Приморье представляют неделю французского кино. Не каждый зритель может похвастаться знакомством именно с мультфильмами. Между тем, французская мультипликация – явление уникальное, которое сильно отличается от того, что в этой области производят в Голливуде, Японии или даже России. Мультипликация – это на самом деле не только для детей же. Все, наверное, это знают, так как мультики несут какой-то определенный смысл, скрытый, так сказать, от детских глаз. А французские мультики – это особенно. В французских мультиках на самом деле существует особый шарм. Это какая-то простота деталей, нету изобилия каких-то спецэффектов, как в Голливуде, так и в России. Но каждая деталь будет что-то значить, что какие-то символизм, я не знаю. Это вот, несет какой-то смысл. Во Владивостоке французскую анимацию представляет «Альянс Францез». Для фестиваля подобрали работы разных режиссеров, среди которых легендарный Мишель Асселло. Для французского зрителя собрали ретроспективу его короткометражек, а также два альманаха «Сказки на ночь» и «Принцы и принцессы». Тема всегда одна – это любовь, добро, борьба добра со злом. Это десятиминутные небольшие мультики, в каждом из которых сюжеты отличаются. Автор помещает своих принцев и принцесс в разные времена, эпохи, культуры, страны. За три дня, пока длится фестиваль, зритель успеет открыть для себя невероятный мир с французским шармом и очарованием. Ольга Сомкина, Максим Малыгин, «Панорама».